Сегодня 18 марта 2014 года. Находимся в город Барнаул, Ползунова 6. Приехали нам там дерево наклонное спиливать. Это у нас храм тут, где лестница. Мы подходим сейчас к воротам. Сейчас гололед еще. Но уже весна близко-близко. Вот скоро сходить все начнет. Вот собачки у нас гуляют. Это иначе он еще их кормит. Вот он стоит. Здрасте. Добрый день. Что вы тут снимаете? А мы все снимаем. Все снимаем? Да, все, что с нами связано, мы все снимаем. Это работа для интернета пойдет. Завтра вся вселенная будет. Фига вы, что? Какие мы оперативные работы? Это... Что, в интернете не так, да? Это единственный дом в Алтайском крае, который такой. Я когда-то сидел, не один, за сколько позже. А потом был реабилитирован, устудился и хотел выиграл процесс, обовать больше. Вот эти дома меня погашили. Они мне должны были 11 миллиардов. Я вам дам наш сайт. Видите, вот у меня. Это все будет. Просто у них да нету ни крестов, ни иконы. А это не так, они все. Они протестанты, знаешь, да. О, ладно, стой. Пойти надо возле дома. Ну что,
Не прерывай, значит? Нет, ну не прерывай, так пройди. Узнай, скажи, кто их послал. Так вот он начальник. А? Начальник того стоит. Так надо эти копчики вытащить. А потом уже на нас распределяют. Фиксировали мне. Разрешение да, выдали. Это дерево стерить нельзя, его маленько почистить, распилить хотя бы. Распилить. Что-то распилить. Еще можно топором обрубить. Здесь забрать, да? Ну да. Ну, это, я думал, шутки вот эти, которые мы заберем. Ну, понял. Рядом. Ветки туда. А ну, уже вызвать. Такой печка вот в руках стоит. А это там мужчины стоят, они что, обслуживают? Я хочу сказать насчет дома маленько, поверни сюда. Вот этот дом находится Ползунова 6. Я получил в 97 году, когда освободился. Это было в 97 году, уходит 10 лет прошло. Но в 92 году был уже реабилитирован как политзаключенный. Поэтому у меня было изъято очень много материалов. Я насчитал самую крупную в мире фонотеку религиозной литературы и стал судить. Вернули. 11 лет шел в суд, и я его выиграл. Счет был у них тогда 11 миллиардов по тем недоминированным людям. Ну, а 200-ю часть вырешили, и расплачиваться было нечем. И Бог дал хорошего судебного пристава, исполнителя, женщина. И она пообещала арестовать все счета в городе Барнауле, и учителям никому не будет выдавать зарплату, пока со мной не рассчитаются. Ну, нам негде было молиться, я пошел к мэру города, к Баварину Владимиру Николаевичу. Ну и тогда, теперь он вице-мэр Петров. Он был глава администрации железнодорожного района. Так, начальник Слуцкий был по имуществу. Ну и мы предложили им вместо денег рассчитаться недвижимостью. Вот эти вот 13 соток и два дома. Два дома эти, да, вот в одном мы молимся.
То дерево наклонилось, оно рядом с дорогой. Ну и пришлось обратиться в администрацию. И вот сегодня приехали убирать. Сегодня 19 марта 2000. Если Господь позволит, значит, благополучно кончится. Главное, чтобы крышу не повредили как-то. Как они тут сумеют ее отхватить. Дело в том, что рядом провода. Как-то они знают, как это сделать. Ну, пока вот так. Я думаю, его на этом прервать один. Отведи. Оттуда снимать. Оттуда, пройди на ту сторону, чтобы дом было видно. Да я залезу с другой стороны. Добрый день. Для памяти. Какое дерево будет? Ну мы просили, да? Просили. Они, видимо, за днем и это. Они, видишь, переплелись. Да, очень опасно. Конечно, ты что? Как упадет, как на крышу, все. Представляешь? Да. Thank you.
На зиму хватит. Huh?
Сначала мелочь обрубает, а потом остальное. Сейчас попросить, чтобы большие перейти на полу. Thank you.